Всем огромный привет! В этом видео я хочу вам рассказать о своих заказах в компании Faberlic по 16, 17 и 18 каталогам. Долго думала попрощаться с Faberlic или все-таки остаться, но решила все-таки остаться. Почему? Меня устраивает качество бытовой химии, именно что касается пастирушек. Я очень люблю их порошок универсальный, который в голубой упаковке. И, конечно же, когда я узнала, что его еще и пришлют в подарок, ну, здесь все, решение мое было однозначным, что я в Faberlic остаюсь. Заказ я сделала прям в самый последний день действия каталога. Ну и давайте, в общем-то, я вам покажу. Заказала я стиральный порошок. Второй, конечно же, мне прислали в подарок. Он стоит в использовании. Очень классный порошок. Стираю я им только белые вещи. Кристально чистые белые вещи. Девочки, это просто класс. Конечно, есть аналоги. Есть аналоги, корейские, есть аналоги японские, но они гораздо дороже. То есть, понимаете, получается все равно выгоднее покупать его. Поэтому, конечно же, заказала. Теперь я обеспечена надолго. Конечно же, несказанно рада этому. Доченька попросила заказать вот такую парочку. Это у нас линеечка Beauty Cafe, малина и белый шоколад. Очень мы любим эту малинку. Классный аромат малинового компота, очень приятный, поэтому пока, конечно же, я поставлю в запасики, но очень, девочки, любим. Кто еще не пробовал, но я думаю, таких, наверное, уже нет, обязательно попробуйте. Аромат невероятный. И также доченька попросила меня заказать вот такой ароматик. Это у нас Донна Феличи, объем 30 мл. В свое время Ириша Бекман присылала нам такую полноразмерку. Ириша, если смотришь, привет тебе огромное и спасибо, моя дорогая. Очень классный аромат. Мы его закончили с дочкой безумно быстро. В этот раз я подготовилась, залезла на фрагрантику и выписала ноты. И давайте я их вам зачитаю. Итак, аромат принадлежит к группе цитрусовые, верхние ноты бергамот, амальфитанский лимон, мандарин и зеленые ноты. Средние ноты ландыш, бархатцы, роза, ветивер, тиковое дерево, амбра и мускус. Ну, будем пользоваться с огромным удовольствием. Я очень удивилась, когда узнала, что за заказ в 17-м каталоге Faberlic опять дарит подарок, и это освежитель воздуха. Девочки, вот он, этот освежитель. Называется он имбирный пряник. Посмотрите, какое классное оформление. Честно, давно я заглядывалась на эти освежители, но как-то я их не покупала. Говорили девочки, что нестойкие ароматы. Ну, думаю, зачем мне это нужно? Мне нравится, когда аромат стойкий у освежителя. Но здесь, как говорится, дали в подарок, и я очень рада, что я с ним познакомилась. Аромат действительно очень классный, новогодний, так здорово, действительно поднимает настроение. Из минусов, да, он действительно нестойкий и оставляет пятна на полу. Честно, это, конечно, неприятно, но я готова ему простить, потому что, ну, девочки, такой аромат классный, такое новогоднее классное настроение после распыления этого освежителя, ну, вообще супер. Спасибо огромной компании Faberlic, что предоставила мне возможность познакомиться с вашими освежителями воздуха. Прикольный, честно, понравился. Также доченька попросила меня заказать вот такую, даже троечку. Это жидкое мыло, также линеечка Beauty Cafe вишневый конфитюр. Невероятный вкусный аромат моего вишневого варенья с косточкой. Вот действительно, дочка, когда купается этим, ну, этими продуктами, когда пользовалась, купалась с ними, она говорит: мамочка, прям пахнет твоим вишневым вареньем. Жидкое мыло, гель для душа. И первый раз я решила заказать для себя вот такое крем-суфле. Девочки его очень хвалили, говорили классное и по аромату, и по качеству. Ну, решила заказать. Несмотря на то, что... Оп, укатилась, извините, поставлю лучше. Несмотря на то, что у меня огромные запасы подобных продуктов, но не смогла я себе отказать в удовольствии. Также я решила для себя заказать новиночку. Это линейка Fleur de Provence. В 17-м каталоге была представлена новинка. Это роза и фиалка. Заказала гель для душа, мист для тела и вот такой кусочек мыла. И также была представлена новиночка. Это олива и бергамот. Также заказала мист для тела, гель для душа и кусочек мыла. Ароматы приятные, действительно очень приятные. Классный цветочный аромат в розовый.
линеечки, скажем так, и очень приятный зеленый. Мне даже показалось, что здесь слышны какие-то цитрусовые ноты, но это на первый взгляд, конечно. Вот в этой линеечке оливый бергамот очень приятный. Я не спорю, что они классные, но мне почему-то пока так кажется, что любимчиками они у меня не станут. Но, конечно же, обо всем я вам более подробно и уже точно окончательно свое мнение расскажу в пустых баночках. Для своих коллег впереди праздники я решила сделать небольшие презенты и заказала также из этой линеечки два крема для рук, оливы и бергамот, два кусочка мыла и два крема из розовой линеечки «Роза» и «Фиалка». И также два кусочка мыла. У нас очень маленький коллектив, у нас 5 человек. Так что вот такой маленький презент ждет моих коллег к празднику. В дополнение к этому презенту я заказала вот такие 4 календарика именно с линеечки Fleur de Provence. Конечно, качество календариков оставляет желать лучшего. Это просто какая-то бумажка, честно говоря. Но мне очень понравилось оформление. Очень красиво. И будет подходить именно к этой линейке. Я думаю, что небольшие презенты такие, это будет очень приятно. Давайте сейчас я немножко отодвину все это назад, и мы с вами продолжим. В 18-м каталоге за заказ нам уже компания Фаберлик ничего не дарила, но, естественно, я была заинтригована новиночкой от линеечки Beauty Cafe «Карамельная груша» и тоже решила ее заказать. Давайте я вам покажу, что же я для себя приобрела. Гель для душа, жидкое мыло, крем для рук и последнее, что я взяла, это увлажняющий мусс для тела. Оформление, конечно, невероятно классное, очень вкусное, красивое. Оформление действительно, девочки, просто меня покорило. Но вот сейчас я не знаю, будут кто-то меня, наверное, хаять, ругать будет. Девочки, честно, вот так вот, если кладя руку на сердце, я ждала большего и лучшего. Вот честное слово. Я ожидала здесь услышать сочную грушу, приправленную какой-то сладостью. Но в геле, да, ладно, это я услышала. Гель мне понравился, в принципе. Жидкое мыло тоже. Ничего, пойдет нормально. Еще ничего. Здесь действительно слышна груша, но никакой сладости, карамельной здесь абсолютно для меня нет. А вот эти два продукта для меня полный провал. Это химозина какая-то ужасная. Девочки, запах, ну, невыносимый, просто невыносимый. Вы знаете, наверное, скажу очень грубо, но зато это правда. Какой-то непромытости, вот кислятины непромытости. Я не знаю, что делать с этими продуктами, я очень расстроена. Ну, доченька мне сказала: мам, не расстраивайся, говорит, я обязательно, говорит, куда-нибудь их пристроим. Говорит, ну, может быть, мы, говорит, просто, говорит, подарим. Скорее всего, так оно произойдет. От этих двух продуктов я сразу буду избавляться. Нет, не понравилось. Ну, вы знаете, честно, повторяюсь уже, я ждала большего и лучшего. Нет, все-таки любимчиком именно карамельная груша в нашей семье точно, абсолютно не станет. Повторно заказывать я ее не буду. Нет, не мое. Решила я для себя заказать вот такую парочку. Верочка из Саранска. Верочка, если смотришь, привет тебе огромное. И спасибо, присылала мне в подарок гель для душа из линейки Fleur de Provence, лаванда и мартыль. Мне настолько он понравился. Конечно же, он пока еще стоит в запасах, но я решила также в запасике себе приобрести дезодорант антиперспирант и мист для тела. Дочка, когда послушала аромат миста и дезодоранта, сказала: мама, мне так нравится. Девочки, это с тем учетом, что у меня ребенок не выносит аромат лаванды. Представляете, понравилось. Так что будем пользоваться с ней вдвоем с огромным-огромным удовольствием. Также по выгодной цене я приобрела универсальный жидкий спрей-пятновыводитель. Мы без него уже не можем. Это палочка-выручалочка, если вдруг вы поставили какое-то пятно. Девочки, самые трудновыводимые пятна он убирает на раз-два. Лично у меня он работает на 100%. Серьезно, поэтому я его и заказала. И последнее, что я заказала, это вот такой ароматик, который называется Пандор.
Абсолютно влюблена в этот аромат моя дочь. У нее была миниатюрка в 15 миллилитров. Она подошла к концу, и она даже расстроилась. Он говорит: мам, я так хочу, он говорит, еще раз, он говорит, поносить этот аромат. Девочки, я решила ребенку заказать. Тоже была выгодная цена. И также я залезла на фрагрантику и выписала ноты этого аромата. Итак, аромат принадлежит группе цветочно-фруктовые сладкие, верхние ноты бергамот, грейпфрут, помело, средние ноты жасмин, пион, абрикос, пралине, мускатный орех. Базовые ноты белый мускус, амбра, ваниль, молоко и сандал. Это действительно очень теплый, согревающий такой сладкий аромат. Доченька довольна? Я довольна, что ребенок доволен. Девочки, с удовольствием будем пользоваться с ней вдвоем, потому что мне этот аромат также понравился. И последнее, что покажу, сейчас, наверное, у всех будет шок. Когда я забирала заказ, муж у меня листал каталог какой-то там с прошлых месяцев и нашел там вот такую маску для лица. Естественно, он спросил у моего менеджера, он говорит, что это такое вообще? Он говорит, можешь, он говорит, выбросить, срок годности прошел. Муж сказал, он говорит, ну что же, он говорит, что срок годности? Он говорит, прошел, он говорит, я, говорит, можно возьму, попробую? Девочки, ну муж будет пробовать. Я, конечно, не рискну. Искали мы здесь срок годности, честно, мы так и не нашли, вот правда. Я такую маску не пробовала, ну и пробовать не буду, все-таки не рискну, а муж попробует. Потом обязательно вам все расскажу в пустых баночках. Но это так, конечно, но пускай рискнет. Друзья, вот такие заказы у меня были в Фаберлике за эти три каталожных периода. Чем-то я осталась очень довольна, что-то, конечно, меня разочаровало в пух и прах. Вот честное слово. Вот. Конечно же, всем будем пользоваться, и потом я вам все обязательно расскажу более подробно в пустых баночках именно свое впечатление от используемых продуктов. Все, друзья, заканчиваю я снимать видео. Спасибо всем огромное за просмотр и внимание, и всем пока-пока.